прислал мне $220, это вообще для меня очень большая сумма. На эти деньги, эти деньги я потратил с умом, не стал покупать себе телефон, я буду ремонтировать телефон. Купил вот этот вот черпак, вот эти вот сапоги офигенные. Сапоги офигенно теплые, вот они легкие, короче, до минус 65 выдерживают. Вот это вот я купил, да, получается. Купил себе палаточку. Палаточку я вам покажу, она у меня вот за спиной. Вот она. Покажу палатку. Вот у меня палатка вот здесь. Так, у меня тут тренога. Тренога это у меня для съемки. Не знаю, пригодится сегодня она или нет. Ну, короче, разберу сейчас палатку, ребят. Смотрите, как она быстро разбирается. Вот она разбирается вот так. Открывается вот так. Все. Вот можно сказать, что она встала. Вот. Она вот так вот будет стоять сейчас. А именно будет стоять вот здесь. Я ее поставлю вот сюда. Она будет здесь стоять. У меня будет открыто окно, друзья. Палатка, конечно, у нас прикольно улетела. Ладно, видосик такой получится у нас.